Всем привет, канал Dream Team, и это третье прохождение игры Крестный Отец 2. В предыдущих двух частях мы подмяли под себя Нью-Йорк, часть Флориды, уничтожили два вражеских клана, семьи, и получили информацию от прокурора, или кто он у нас там, сенатор. И в этой части прохождения мы будем, что мы будем делать, мы возвращаемся во Флориду. Наиграно у нас вот 2.08. Мы возвращаемся во Флориду и узнаем, что приезжает новая Коза Ностра. Семья Самуэля. Я тут кое-что приглядел себе. Она захотела может, надеть мне твою помощь. Самое лучшее, конечно, это по максимуму сейчас машину. Сразу захватить весь гранат, с которой... Берете билет. Приятного путешествия. Сейчас в аэропорту нас немного отвлекут. Что теперь? Сэр, там в салоне тебе один джентльмен, не звонил? Он хочет с вами поговорить. Так, поговорите с Майклом в зале ожидания. Как я уже говорил, если кто появится, я крикну. Майкл, что ты здесь делаешь? Я никому не сказал, что приеду. Я хотел поговорить с тобой о семье Мангана. Итак, Том тебе уже сказал. Они здесь, во Флориде. Да. Доминик, нам это на руку. Самуэль Мангана имеет обширные связи в Сицилии. Он влиятельный человек, и я ему доверяю. Он не предает друзей. А в Америке у него есть друзья? Может быть, союзники? Не думаю. Кажется, все операции во Флориде Самуэль проворачивает сам. А это рискованно, особенно когда Гранадос рядом. Ему такой риск не нужен. Я встречусь с ним и заключу союз между семьями. Мне бы не хотелось иметь Дона Мангана своим врагом. Хорошо, но если Мангана откажется, просто тихо уйди. Не надо ссориться. Если он не захочет союза, он в своем праве, но не надо с ним враждовать. Самуэль не из тех, кто прощает обиды. Понял, принял. Пока что вот мы к Мангану не поедем, а что мы будем делать, мы пойдем захватывать Гранадос. Сейчас я только немножко убавлю звук. Как тебе, Пэм? Ребят, я чудо, просто правда? Пойду. Как думаешь, можно доверять Мангану? Майкл им верит. И я верю. Захватываем по какому плану? Сразу нарушаем их монополию на оружие, захватывая вот этот остров. Далее захватываем три вот этих объекта, возвращаемся сюда, три объекта, и здесь по мелочи проходимся. Постарайся довести нас живыми, а? А почему? Дикая влажность. Ненавижу Флориду. Ты наконец. Давай, давай, отпирай его. Также сразу вскрываем все сейфы. Один поворот и... Этот сейф я взломаю на раз. Есть. Шеф, тут тебе опасно находиться. Место чужое. Когда мы заканчиваем? Людей, я смотрю, все больше. Смотрите! Шеф, будут проблемы. Ты видишь? Мне лишаешь! Слушай, ты такой тупой для барыги. Если вынуть предохранители, свет отключится. Зачем так бег? Так нужно было остаться в школе. Что у тебя еще есть? Заминировать? Только скажи. На втором столике нужна тряпка. Гляди, какое пламя! Неохота на тебя пули тратить. Кого бы пристрелить? Помоги! Thank you.
дружок! Убери пушку, ты! Стой! Можно все решить по-хорошему или по-плохому. Он получил по заслугам. Ты хочешь оказаться там, внизу? Меня. Деньги были твои, стали наши. Понял? Сказал же, я заплачу. Все рэкетиры в этом городе отстегивают мне долю. Ты понял? Что, нарушено у них? Две 100 получили, 2 200 будем платить охране. Ну, страшно. Все это дело поправимо. А черт, это... надеюсь, будет тихо. Хочу пораньше попасть домой. Но коммуняги да на юг нацелились. И все? Нужна твоя тачка! Вызовите копов! Боже мой! Я могу его опознать! Я готов! Я крутил тут роман с одной, потом послал подальше. Давай, вперед! Баф! Это дорогая вещь. Убери пушку! Замочил гада. Нужно было остаться в школе. Еще одна пуля, и тебе конец. И стреляй! Убери! Придется тебе убить. Вот он, главный. Умираю. Не бейте! Черту некогда. Нет, как ты можешь? Готов стрелять. Что, убери, не вынуждай меня стрелять. Слышишь? Я сдаюсь. Заплачу. Все скоро кончится. Мне плевать, о чем ты договорился с теми ребятами. Это мой объект. Ты понял? Эй, есть там кто? Вскрой замок! 3700, а охране всего 1800. Нормально, полуостров захватили. Он вон там! Что это? Бежим! Он вон опасно! Ты получил по заслугам. Сначала мы разобьем твой товар. Я подобрал комбинацию, потом твое лицо. Чуть не перебрал. Держись, парень. Отлично. Держись. Как они делают такие маленькие приемы? Тут еще один. Авария. Вот это вот одно из больших предприятий в Флориде. Пока договор в силе, войны с манганой. Это наша! У него оружие! Любишь кофе с кровью, а? Снайпер! Не высовывайтесь! Поджигай! Двойные смены, то будет удивлен. Вон он! Шеф, ну чего, открыть эту дверь? Прекрати! Давай, вперед! Готов! Оказалось, наверное. Огонь быстро поднимется по стенам. Надо делать. Пора будет. Кто тут все вычистит, когда ты сдохнешь? Я не сдамся! Отправляйся в ад, ублюдок! Убери
вижу. А ну сюда! Вот он! Следующая взорвет тебе мозг, идиот! Спокойной ночи, Доминик. Очнись, очнись, я сказал. Не думай, что у них что-то серьезное. Очнись, очнись, я сказал. Бросай! Очнись, очнись, я сказал. Вижу все серьезно. Ломай. Не стреляй. Двадцатку на... Каков твой ответ? Не за... Ты смотри, кто тут у нас. Один поворот и... Я заплачу. Говнюки, на которых ты работаешь, не стоят твоей жизни. Я справлюсь намного лучше, понял? Тормози, дай мне выстрелить! С дороги! Это твой клиент. Приготовьтесь, он идет. Вот так. Меня не колышет. Если Окей. взять еще пару объектов, монополия будет наша. Я тебя вижу. Убери оружие. Ничего, от меня не убежишь. Бросай! Сломаешь, заплатишь. Вот он, главный. Есть кто тут? Не бей меня. Хватит. Я Все, что угодно, только не это. Послушай, я не хочу тебя мучить больше, чем надо. Так что буду краток, окей? Плати. Вот он! Он убегает! Убегает! Тебе конец! Нужно было остаться в школе. Давай, давай, отпирай его! Этот сейф я взломаю на раз. Чуть не перебрал. Ну, взорвали, взорвали, ладно. Боже! Выметайся! Сейчас мы у них нарушаем монополию в области контрабанды, и у них не будет бронежилетов. А единственное, что улучшить хотел, точность. Падание от пола. Все, что я сказал, это на публике. Это тут сюда! Ты меня берись! Ты что, самоубийца?
Взрывай! Чё? Гэр, поставь ту простяжку. Никто не идет против семьи. Помогите мне, чуть не перебрал. Убери ствол. Идет. Ну, кто следующий? А? О, пожар! А ну назад! Вскрой замок! Думаю, его можно открыть. Хорошо. Один поворот и... Что теперь? Тебе никто не звонил? Так, вот это предприятие важно для нас вообще с двух сторон. Одновременно мы нарушаем у Гранады с монополией. Вот так! Оружие! Бери пушку! Контрабанду, и тем самым они... Также с него вроде бы можно офигенно получить деньги. Это предприятие имеет еще... Только не плечо! Ну брось! Он вооружен! Бегай! Ты сейчас получишь! Я не буду! Бросай! Меня, por favor! Ну, давай же! Ты смотри, кто тут у нас. Пистолет. Наших бьют. Черт, этот провод толще, чем я думал. Пушку достал. Есть. Нет, не стреляй. Все рэкетиры в этом городе отстегивают мне долю. Ты понял? Усовершенствование найдено. Это уже винтовка по-нашему. 5 патронов, улучшена оптика. Мы будем иметь про... Так, смотрим. Значит, сейчас возвращаемся на Паламето и захватываем 3 предприятия по развлечениям для взрослых. Сенсеп! Автомат не нужен, или шпица. Всего оборота! Может это быть медленнее, пальцы. Но зато сколько дамага за раз. Так, по-быстрому нам сейчас нужно вернуться отсюда, потому что затягивать я не хочу. И так предприятий очень много. А уже с Манганом будем разбираться в другой серии, поедем заключать с ним союз. Это уже будет в другой серии. В этой серии мы расправляемся с Гранадос. Почему я так иду и возвращаюсь вот сюда сначала вот эти, потому что они как бы легче, а здесь они стоят рядом, и тут очень какая вероятность подмоги. Или какая вероятность. Вот. Вот я помню, даже как-то можно было тут в машине ловить. Ай-яй-яй, дребезги! Что?
Начинает сводить тоже по своему интересу. Ну, больше я вообще балдею, как бы объясняю, какая погода днем. Минус 9900 пришло, объясняю почему. Потому что наше заведение взорвали. И красивая была машина. Не меня. Нужно иметь с него прибыль, пока оно не отремонтировано. Сейчас зайдем в конспиративную квартиру. По-быстрому возьмем боеприпасы. Выходит, что ты целый день пахнешь зубной пастой. Кажется, мне наконец повезло. Это слишком. Он пошел сюда! Составишь мне компанию, компренды? Повышаем градус. Давай, пушка! Я не буду ничего делать. Так, давай, давай, отбирай его! Черт, сорвалось! Кто меня прикрывал? Я подобрал комбинацию, босс. Блин, вообще, давай к нему подкрадемся. О, черт, вот же! Уберись! Вон он, главный. Укрытие! Не стреляй! Не надо! Нет, пожалуйста, нет! Что ты творишь? Драка! Ты готовишься? Убери пушку! Я заплачу! Нормально. Думаешь, можешь зарабатывать у меня под носом и не делиться? Большая ошибка! Давай деньги! Сколько получили, столько на охрану и будет. А уже вот смотрите, доход за день 35500, плата охранникам 34900. Как бы уже не в минус работаем. Что я сделала? Не в минус работаем, но уже не сказать, что прям в плюс. И это не есть хорошо. Надо максимально... Сообщи, когда понадоблюсь. Скорую вызовите! Давай, вперед! Кому дрова нужны? Отлично! Вскрой замок! Мы с девчонками решили выпить. Один поворот и... Есть! Думаю, его можно открыть. Это твой клиент. Сюда! Синий провод, зеленый провод и... В темноте они нас не видят. Я нашел владельца. Смотри, ребята из другой семьи. Проверить, если мы точно опустошили. Боже!
Бэтмен не может прыгнуть, его обходить. Это сделано максимально козло просто. Все скоро кончится. Я понял, все серьезно. Не стреляй! Не прошу, не это! Нет! Мое колено! Нажим на тебя! Поймал свинец? Прошу, убери! Я заплачу, хорошо? Не бейте! Не стреляй! Теперь это моя территория. Если хочешь делать деньги, будешь иметь дело со мной. Понял? Давай, давай, отбирай его! Детка, заказать тебе чего? Один поворот и... Очень интересно, кстати, играть в Крестного Отца по сетевой игре. Я смотрел много... Здесь мы не пройдем! Но вроде как серваки очень давно уже... Вон там! Тебе здесь не рады! Моя солнечная улыбка лучше всего... Давай, чего мы ждем? Диос, вот он, главный. Он недостоин могилы. Бежим! Не бей меня. Дерись! Не бейте. Нет, прошу, только не это. Бежим отсюда! Подними меня, прошу! Адьос, парниша! О, черт, бонжу! Я сдаюсь, все заплачу! Драка! Думаешь, можешь зарабатывать у меня под носом и не делиться? Большая ошибка! Давай деньги! Ладно, тебе нужно мое заведение. Я знаю, что ты делаешь за пятерку. Остался один. А за 10 баксов? Быстрее! Не хочу, чтобы нас накрыли! Черт, сорвалось! Непонятно. У меня мурашки от этого места. Что-то вроде того. Я подобрал комбинацию, босс. Молодец! Я могу смотреть на тебя. Один стакан не страшно. Теперь нам нужно защитить новый бизнес. Странный звук у мотора, слышишь? Хорошо, что машина не моя. Сеть чуть не перебрал. Окей.
Обрезать провод. Ну, давай же! Можно мне закончить? Будь бегу, рядом, понял? Ограда! Он режет сетку! Вон он! От если не х... Убери пуш... Ты слышал? Прикончить его, шеф. Почти готово! Почти готово! На защиту отправляю. Только вон. И вот этого. Они бронежилет, все хотят вернуть, конечно. У него пушка! Иисусе! Ты смотри, кто появится! Ствол! Не наставляй эту дуру на меня! Поймал свинец? Я вооружен! Не стреляй! Не надо! Я сдаюсь! Все заплачу! Ты знаешь, кто я и на что я способен. Если не хочешь стать трупом, отдашь мне свой бизнес. Сигареты с фильтром. Слава. Ну ничего, поработаем в минус некоторое время. Не будет хватать, грубанем банк. Эй, вы, глаза разуйте. Давай, проходи. Сейчас все мой. Ты смотри, кто он тут еще жив, есть. Но ненадолго. Дай мне знать. Не бейте! Давай, давай, отбирай его! Он не стреляет. Черт, сорвалось. Плачу. Два раза повторять не буду, так что слушай внимательно. За крышу будешь платить мне. Все понял? Одна затяжка, и его понесло. Мы тут платим за охрану больше, чем оно нам дает. Что интересно. Тебе никто не звонил? Последняя десятка. Осталось сколько? 6 заведений, но 4 быстро захватят. А что у нас на обед? Вон он! Вечером отдохну. Готовься к смерти! Ты еще... Наших бьют! Еще в очереди! Показалось, наверное. Отойди от замка, гад. Вот он, главный. Он получил по заслугам. Один поворот и... Я подобрал комбинацию, босс. Драка! Ему конец. Если сделаем, как я скажу. Хорошо. Ай, надеюсь, у меня не будет проблем из-за этой шутки. Нет, не надо! Этот Кинг, он дело говорит. Я смываюсь. Втащи. Ладно, я не дам меня. Вам денег. Наших бьют! Ты знаешь, кто я такой? Если не хочешь увидеть меня еще раз, плати. Все ясно? Эй, привет, Доминик. Так же, платим 1200. Вот есть предприятие, но чисто убыточное. Хорошая идея взять эту точку, Дом. Деньги потекут рекой. На два детских матча. Так, вот здесь вот нужно вообще аккуратным быть. Вон он!
А тут имеют привычку вызывать полицию. Давай, пошел отсюда. И кто думает? Страшись неизвестного. Поджигай. Правда? О, блин. Не бейте! Отодвинься немного. На, получай. Вон там. Эй, ты, дерьмо на палочке. Ты че, мужик? Драка! Убери пушку. Прикончить его, шеф. Все, скоро кончится. Скрой замок! Он прошу, вооружен! Убери пушку! Ты знаешь, сколько это стоит? Черт! Все сюда! Хорошо, я отдам деньги! Ты смотри, кто тут у нас! Черт, сорвалось! Не стреляй! Не бейте! Думаю, каждый бизнес в этом городе платит мне долю с прибыли, чтоб ты знал. Нам главное с оружейки и с контрабанды выцепить максимальное количество денег, чтобы хотя бы у нас было 100 рублей, 100 баксов там чистой прибыли, чтобы мы не работали в минус. И все? Она попросила только хлеб, яйца и мед? Он там! Еще встретимся! Нет, прошу, не... Я нашел владельца! Лиза! Ты конец. Мне мешаешь! Если сделаем недостойно! У кого крадежка? Не убери стреляй. Пушку! Не бейте! Один поворот и... Два раза повторять не буду, так что слушай внимательно. За крышу будешь платить мне. Все понял? Доход за год 800 рублей имеем плюсом. Мы должны встретиться где-то здесь. Так, это хорошо. Она будет на улучшение себя потратить. Туда смотри! Не делаю такие мысли. Давай, пошел отсюда! Ломай! Это мой шаг! Убери ствол! Бей! Что начал? Я не могу! Чуть не перебрал. Вот он, главный. Я подобрал комбинацию, босс. Ты плати. Отойди от задорожка. Потерпи, остался последний тумблер. Не стреляй! Прошу, убери пушку! Запрыгиваем! Мы нахрен окружены! Только не это! Достать пушки! Какого черта? Я заплачу! Не... Мне это снится! Он вооружен! Я понял, все серьезно! Не стреляй! Мне плевать, о чем ты договорился с теми ребятами. Это мой объект. Ты понял? Бонус группировки. Теперь у нас есть бронежилеты, и фиг, кто наше заведение отожмет. Потому что элементарно на нас даже надо больше патронов тратить. Это семь! Черт, сорвалось! Я постою на стреме, шеф.
Все, Доминик полностью улучшен. 19 000 от 5. Потерпи, остался последний тумблер. Думаю, его можно открыть. Никаких проблем вообще. Мы лучше стрелять будем и все прочее. Деньги, дело наживное, знаете. Поздравляю с монополией! Да, ведь это у нас монополия. Вон, пошел! Куда катится этот мир? Два последних восприятия. И все. И поедем уничтожать гранатовцев. Шеф, пусти меня за руль! Смотри, кто появился. Что, сегодня не выгорит? Эй, смотри, куда прешь, парень. Дерись. Я сдаюсь, все заплачу. Пушку достал. Не бей меня. Неплохое у тебя заведение. Жаль будет, если все тут сгорит. Как думаешь? Прошу. Никто нас не видел. Да. Была такая кратковременная новый пауза. Объект? Как? Значит, захватили мы его, охрану поставили. Говорится, и идем на последний денег, объект, который проблем. Находится прямо посреди. Хорошо бы мне платили побольше. Понимаешь, о чем я? Настоящее преступление. Это маленькая зарплата в полиции. Но это можно исправить, офицер. Здесь больше, чем я зарабатываю за месяц. Идет. Хотел бы я ездить на такси. Красота. Бронежилет имеем. Сейчас еще и патронтаж будет. Сможем вдвое больше патронов носить. Разберись тут! Он проваливал бы ты отсюда! Пусти! Бросай кусачки! Нужно было остаться в школе, кретин. У него оружие! Мы не можем вечно сидеть тут! Он здесь! Бери пушку! Ты смотри, кто тут у нас! Ты меня бросил! Не целься в меня! Не надо! Я заплачу! Наших бьют! Потерпи! Остался последний тумблер! Тут и снится! Говнюки, на которых ты работаешь, не стоят твоей жизни! Я справлюсь намного лучше, понял? Все, дом Гранадос теперь доступен. Китынцам, только у них полно будет солдат, потому что мы из них никого не уничтожили. Ежедневный доход 49 500. Вот, кстати, такой вроде стабильный показатель. Вот, 49 500 получаем, платим 49 300. 264 у нас прибыль идет. Главное, что... Я сам могу это поправить. Я всегда хотел себе такой. Сюда! Босс, мы не одни! Флориду мы под себя подмяли. Уничтожаем дом Гранадос и все. Думаю, сейчас это займет несколько пару десятков минут. Сейчас мы по-быстрому доедем до моего дома. Значит, до конспиративной квартиры. Соберем все
максимальное количество оружия и боеприпасов. Так, и поедем. Или перед... Давайте перед этим вот сделаем еще. Мы скинем в здоровье. Здоровье команды мы скинем. Что у них еще? Еще выживание можно. А, потому что мы сейчас приедем к Гранаде, и там будет просто шквальный огонь со всех сторон. Нужно будет сделать винтовку и засесть, а половину перестрелять. И вот после этого только ужас. Идти на пролом ближним боюсь малым автоматом и так далее. Значит так, винтовка. Также у нас бронежилет, у нас все есть, здоровье. И когда ты? Без денег почти осталось. Черт, все сюда! Давай, давай! Адьос! Вот почему я не вожу машин! Снайпер! В укрытие! С дороги! Даже и не думай! Яблочко! Блин. Ну давай, приходи в себя, парень. Это, я сказал. Это серьезно. Держись, парень, держись. Только не в колено! Я не выживу! Бросай! Пожар! Ты куда? Мы на мушке! Он идет! Убери ствол! О, надо было кого-то винтовкой, видать, убить. Ну давайте быстрее, но я понял, что Гарри Рейс уничтожен. Гранада, боец. Плечо! Шеф, с этим нужно кончать! Ну брось! Там, выше! Снайпер! Выходи, выходи! Покажись, кто такой! Блин, он вперед! Убери пушку, ты! Давай ты! Давай, давай, отпирай его! Пора будить соседей. Даже и не думай. Черт, сорвалось! Думаю, его можно открыть.
пушку, ты. Автомат. МП-38, немецкий шмайсер. Я вот не помню, что за этой дверью. А, ладно, помири. Пока он ее открывает, надо вспомнить, как нам убегать. Но я сейчас вспомню, потому что вроде заложен сюда мало взрывчат. Потерпи, остался последний тумблер. Заложи заряд. Больно, наверное. Как и новая наколка. Окей. А ну сюда. Все. 20 секунд. Бросай! Поэтому, если вы заблудились, то вы, вероятно, всего вы убили. Вон там! Врёшь! Что идёшь? Чёрт! В угол загнали. Он тут такой слабенький, блин. Вот у Тони Розат, это помните, как бахнул? Всё. Теперь нам принадлежит дом Гранадос. И банда Гранадос полностью уничтожена. Больше они нам досаждать ни капли никогда не будут. Одного ведь даже смогли убить при условии убийства. Все, Флорида полностью наша, безраздельно. Только федеральные предприятия. Это две больницы, два банка, полицейский участок и аэропорт. Политиков продажных много. Так, и уже тут еще один. Мы будем заключать союз с Манганой. Полиция, я все видел. Вот сейчас я нам предлагаю уехать в нашу конспиративную квартиру и там сохраниться. Значит, в предыдущей серии время нашей игры было 2.08. Первая серия сейчас 0.57. 57 минут. Вторая серия. Глянь, какая авария! Сейчас 9, примерно, если 2.07 у нас время. И сейчас мы, значит, уходим банду. То есть серию можем заканчивать со спокойной душой. Так, приехали в конспиративное озеро. Все. Сохраняемся. Сохранить. Да. 2.56. Это довольно быстро мы захватили всю Флориду, я вам скажу. Серия на этом подходит к своему концу. Следующие серии ожидайте в скором времени. С вами был Брим Тим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!